Ну что, мы подлечились немножко. Так, даже я вот этот использую свой ремкомплект немножко. Все. И скоро будет босс. Тут буквально уничтожить придется пару кораблей. Так, вот этот корабль уничтожаем. А, и Катюшка. А, нет, Катюшка, лазерный. Все, босс. Босс. Созерцатель. Офигеть. Вот это мне повезло. Так, давай. О, все. Начинаем с него стрелять. Нет, 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 нет. И посмотри, что он задумал. Опа. Опа, нифига, смотри, какие мы. Интересно, да? Что он будет делать? Ага. Нифига у него везде, смотри. Как он стреляет по-разному. По-разному стреляет. А, интересно. Прикольно. Так, ну все, дальше перейти не могу, вы уничтожать этого созерцателя. Есть. Уничтожим созерцатель. Да, но оттуда его никто не выпал. С этого. Сколько денег мне дали, я не посмотрел. Эх. Ладно, потом на записи посмотрю. Поехали. 1200 монет, это очень много. Опа, бригада. Нифига, это вас много. Я лучше прячусь. На 20. Вот здесь можно было бы стоять вначале. Конечно. О, так, вот это звонится, не могу уничтожить. Он такой сильный дом. Все. Подремонтируемся немножко. Офигеть. Какой был крепкий, сильный дрон. Так, а если мы здесь поставим? Никого, наверное, не будет. Ладно. Опа, вот она, ребята. Отпрячемся за ущелье. Тихо. Не надо. Вот. Видишь, у меня молния на всех распределяется, поэтому сила меньше. Так, вас меня уже стреляли этими штуками с вашими бомбочками. Так, все, теперь на дрона. На дрона, дрон он. Да, есть. Опа, оп, 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 куда я поехал? Нет. Я лучше здесь постою, подожди. А. Бомбочку кинул мне. Прям за пазуху, можно так сказать. Так, стоим здесь. Наверное. О. Нет, никого нет. Блин, да чё ж вы сюда-то появляетесь? Как у вас нет, то вас ждёшь 3 часа. О, Катюша. Будете Катюшу уничтожать? Следующий месяц. Готово. Подзадела меня Катюша. Своими ракетами. Так, дроны. Ну, давай. Давай, давай, давай. Еще немножко осталось. О, все, готов. Меня уничтожили. Поехали дальше. На своем супертанке Тесла. О-о-о. Так, один дрон практически. Ёлки-палки. Не-не-не-не-не-не-не-не. Всё, взорвали меня. Уничтожили. Ну да, почти 1500 монет я заработал. Тут дронов много было, конечно. Чё это, а? Смотри, нет. Офигеть. Круто. Ну что, прокачиваем жнеца? Ух ты! Так, а у нас не хватило немножко, да, монет? Ладно, давай, мы сейчас еще мы это дело исправим. Так, я решил проехать немножечко на Луне. Посмотреть, будут ли на Луне дроны. По идее, их не должно быть здесь. Но разработчики могли добавить дрончиков здесь сюда. Ах ты, ё-моё, смотри. Ну, пока в дронов я не вижу. Скорее всего, здесь их не будет. Но это и к лучшему. Зачем здесь эти дроны? Потому что они очень... очень сильные. Тихо. На, держи, получай. Спасибо. Хорошо. Так, деньги есть у меня на прокачку? 1100. Так, тихо. На, получай, лазерная пасть. Да ты чё, не... Так, я защиту включаю. Ничего не знаю.
Все. Эх, боссик, легиончик. Ну давай. Сейчас мы тебе... А тебе мокрого места не останется. Хитрец. Все, уничтожен, босс. Давайте заберем ремкомплект. Ого, смотри, как я переворачиваюсь. Офигеть. Да, дронов здесь нету. По крайней мере, я их еще не видел. Да, скорее всего, здесь их и не будет. Зачем они здесь нужны, эти дроны? Их хватает еще там, в той карте. Так, тихо. Вообще, ну, монетки нормально зарабатываются. Так, вот эти вот бригадиры. Так, я беру защитный силовой щит. Включаю. Потому что у вас что-то слишком много здесь развелось. Так. Вот этого сейчас еще отщелкаем. Ну да, хорошо, что жнец стреляет прямо, молодец. У него более такие пробивные получаются патроны. Скорость у него улучшилась. Ну и защита. И защита побольше стала. Ну да, и пробивает он быстрее. Так, вот этого надо сейчас гасить. Ах ты, гаденыш, меня попал. Босс. Кто там? Кнут. Угу. Кнутик, кнутик, кнутику нужно поближе подъехать. Во, давай, молодец, молодец. Мне не нужны вот эти твои пирожки. Лимонки твои. Ах ты, гад. Смотри, у нас размер танков с боссом одинаков. Так, сразу защиту. Все, уничтожаем этих ребятушек. Есть, готово. 1300 уже монет у меня. Мне нужно было 1100. Значит, где-то 200 монет я заработал. Угу. Так, готовы. Так, вот еще бригада. О, какая бригада у нас. Какая большая бригада. Ну, взорвись. Так, вот еще много очень. Очень много танков. Ну, дронов я не вижу. Значит, дронов здесь не будет. Опа-ля, сколько там вас? Двое. Ух ты, как они меня отщелкивают. Мне нужно сюда арахнидом, наверное, прийти. Чтобы вас всех поуничтожать. Да? Так, готов. Второй готов. Что ж мне... Что ж ты такой настырный-то, а? Красненький приехал. Все, получил. И красный в ответочку. Вот, хорошо. Так, поехали дальше. Так. Вот, мне нужно много танков. Много танков, чтобы я сразу вас всех уничтожал. Еще, а, ну это эти лазерные, лазерные. Так, стрелец, иди отсюда. Все, о, кто это упал здесь? Нечего лежать, отдыхает. О, меня сейчас замочат, наверное, смотри уже. Вот этот стоит, гад, смотри, меня стреляет армада. А идите лесом, я вас сейчас перееду. Ах, не успел, уничтожили.